Фильм такой есть, 3 метра над уровнем моря. А у меня на работе случай один к этому фильму похож. Называется 3 метра над уровнем лужи. Валерк сегодня целый день водку пил, пил. В итоге ноги отказали, ходить не может. Но водку не опускает из рук. Что-то под нос себе бубнит. Человека не бросишь. Как там говорят, русские своих не бросают, да? Вот везу его в бытовку. А так пока спрячу я его, чтобы никто не видел. Все, Валер, спи. Тебя здесь нет.